Путин говорит много лет белый шум. То есть он говорит какие-то вещи, которые совсем не связаны с реальностью. Вот у него там одно настроение, он говорит одно, другое, другое. И он всегда говорит вещи, которые там хочет слышать он сам, хочет слышать народ, типа улучшим, углубим, экономика должна быть экономной, бедность должна падать. Слова, которые идут в воздух, которые вообще ничего не значат. Через месяц он еще что-то скажет, то там биолаборатории, то еще какая-то история. Поэтому все, что говорит Путин, нужно игнорировать. Чем меньше на него обращать внимание, тем, соответственно, всем будет лучше, потому что он на дувается от того, что ему там секс по телефону Макрон ему устраивает, что его все обсуждают. Он должен быть примерно как вот на уровне ЛНР по мировом сообществе, какой террорист, с ним можно говорить переговоры только там о капитуляции. Вот. А все остальные разговоры — это просто ни о чем. То есть лучше будем жить через 10 лет. Да, а это в конце концов должно привести к повышению качества жизни. Совершенно верно. Во! Во! Во тебе!